Всем привет! Пробуем вот такую вот тушенку, свинина армейская, но указано 97,5 мяса. Так, сколько здесь грамм, грамм, грамм? Не скажу. Так, что мы видим? Вверху желешка, желешка, есть лаврушка. Пробуем. Стояла она в холодильнике. Плотное мясо. Есть также жирок. Лаврушка поломанная. Сколько здесь грамм? Ну, стандартная банка. 338 грамм. Так выглядит. Куски мяса пропитаны каким-то белым мясом, то ли будто бы с салом смешанные. Ну, достаточно цельные. Сейчас вот попытаюсь достать. Вываливать все не буду. По вкусу. Чуть-чуть солоноватая, но солоноват, скорее всего, вот эта вот желешка. Да. Стандартная тушенка, брать можно. Вот такая тушенка, заказывайте. Оцениваю, наверное, 10 баллов. 9,9 поставлю, потому что 10 никогда не ставлю. Пробовал, естественно, хуже. Бывали хуже, но вот эту можно есть. Все ссылки в описании. Подписывайся, оставляй свои отзывы.